Мишка, шоу, де зірки падають у прірву. Аби піднятися над власним страхом, ми в прямому ефірі на телеканалі 1+1. Ему рукоплескали зрители лучших оперных театров мира. Но вот уже месяц с лишним он плещется исключительно в нашем бассейне. Володимир Гришко знает секрет. Ця вода чарівна, адже здатна омолодити його мінімум на 10 років. Вот он, мужчина в самом расцвете сил, маэстро Володимир Гришко. Я Гришко Владимир, оперно-эстрадный певец. Ах, и удар нам потрапте! Вот 24 часа в сутки я занимался оперой. Отказал бы всего достиг, ездил по всему миру. Машины, такси, самолеты, лимузины. Я вообще прекратил двигаться и вообще прекратил ходить. У меня было 130 килограмм. Однажды я посмотрел на себя в зеркало и ужаснулся. И решил худеть. Сейчас я за 2 года похудел на 30 килограмм. Это мой концертный костюм, который я носил 2 года назад. Сейчас я очень счастлив. Хочу сказать, что 100 килограмм, 300 грамм еще не предел. А вот сейчас надо вернуться себе в молодость. Вот в те года, которые я был юношей Владимиром Гришко. Не бойтесь, Владимир, мы начинаем с самого маленького, то есть с высоты 1 метр. Чтобы не было стыдно перед детками, давайте пойдем немножко выше. Вы хотите сразу повыше? Да. Ну, давайте пойдем выше. Ну вот. А это сколько метров? Это 3 метра. Идемте на 5 сразу. Вы точно? Вы уверены? Уверен. Ну пойдемте. На первой тренировке еще никто сюда не осмеливался отсюда прыгать. Красота, я вам секрет открою. Какая красота. Ой, ты, девчина, с горіха зерня, чом твоє серденько колюча терня. Я иду в воду. Он первый из участников, который на первой тренировке поднялся на высоту 5 метров и не побоялся прыгать. Я хочу ощутить тот азарт спортивный, настоящий азарт. Для меня это очень важно. Он не боится рисковать и прыгать. У Владимира другая проблема. Он не чувствует свое тело в воздухе. То есть, да, чтобы его никуда не заносило. Поэтому ему придется, ну, хорошенько попотеть. Давайте, Владимир. Максимальное напряжение по входу. Перед водой не убирайте руки. Еще ниже. Вы толкнулись. Очень сильно помогает видео, когда ты смотришь свои ошибки. У меня очень много ошибок, я их признаю. Вот, ну, не святые горшки обжигают, так что... Падаем, падаем, падаем. Вот то, что нам надо было, уже ровно. Вы молодец. Я испытываю и гордость, и уважение к нему, потому что выполняем все на равных с более молодыми участниками. Я уже выиграл этот проект, потому что я осознанно пришел и поставил перед собой те цели, которые я должен достичь. И Владимир Гришко продолжает худеть и молодеть прямо на ваших глазах. Позади отметка в 1 метр. Вот наш оперный монстр оставляет позади отметку в 3 метра. Вышка. 5-метровая готова покориться оперному маэстро. Володимире, вы выглядите неймоверно, у гарній формі. И я, до речі, знаю, что у вас сегодня найекзотичніша группа поддержки. Да, это мои китайские и украинские дети приехали меня поддержать. Все будет по фіншую, я гарантую. Это ваши учні? Это мои учні, скоро мои гастроли в Китае, так что цей мій перший політ я присвячу великій родині Гришко та своєму брату Євгену Гришко.
І я залишаю вас тут, у вас є хвилина для того, аби налаштуватися на стрибок і пірнути. Дякую. Владимир Гришко выполняет с подстой, согнувшись с высоты 5 метров. Владимир Гришко однозначно входит в воду народным артистом. Да что там Украины, что там Китай? Весь мир готов на руках носить нашего маэстро, обладателя черно-белой гаммы, как пингвин буквально, вот с бабочкой, которая не слетает с нашего маэстро. Владимир поднимается по лестнице. Пассажирский лайнер Владимир Гришко причаливает ко второму причалу, срывает овации, которые, возможно, не срывал даже в оперных театрах. Владимир, блестящее выступление. Блестящее выступление.